Сегодня в рубрике «Вкусный понедельник» готовим лосось в апельсиново-сливочном соусе. Для этого нам понадобится 2 кусочка лосося, оливковое масло, апельсиновый сок, сливки, а также шампиньоны и лук-порей. Нарезаем овощи крупными кусочками. Затем с двух сторон запечатываем лосось. Внутри он должен оставаться сырым. Перекладываем на блюдо и в том же масле обжариваем сначала лук-порей, затем добавляем грибы. Хорошо обжариваем, солим, а можете добавить специи по вкусу. Когда лук уже будет мягким, добавляем апельсиновый сок. Тушим некоторое время и добавляем сливки. В данном случае это сливки 30% специально для приготовления соусов. Все хорошо перемешиваем, солим. Я добавила белый перец, мускатный орех и специи на основе куркумы, которые придали в конечном итоге очень красивый вот такой вот желто-золотистый цвет моему соусу. И теперь уже в готовый соус добавляем заранее посоленные и сбрызнутые белым перцем кусочки лосося. Готовим еще 5 минут, и блюдо готово. Подаем с гарниром из отварного риса с кукурузой. И всем приятного аппетита! С вами была Елена Вивас.